Йоу-йоу, это Леха, Мото Вьетнам из компании Motox. Итак, очень частый вопрос наших клиентов. А не подберете ли вы питбайк там или мотоцикл микроссовый на там 4, 6, 8, 10, 15 лет? И скажу вам так, смотрите, для чего записывал это видео. Нету такого там, на такой-то возраст этот мотоцикл подходит, на такой-то возраст вот этот. Все зависит от роста вашего ребенка. Итак, самая дешевая техника представлена у нас, бензиновая, с двухтактным движком, это мини-кросс 50 кубов. Он по седлу его высота составляет 60 сантиметров, соответственно, вот этот вот мини-кроссовый мотоцикл подходит на рост 120 сантиметров. Далее у нас идут уже электрические модели. 1300 ватт, мини-кросс, по седлу имеет 63 сантиметра. Соответственно, этот мотоцикл мини-кросс 1300 ватт уже на рост 126 сантиметров. И как бы самый большой мини-кросс это 1500 ватт. Вот его высота по седлу составляет 70 сантиметров, соответственно, он рассчитан на рост 1,40 м. Соответственно, в каждом из вариантов это плюс-минус где-то, наверное, 8-10 сантиметров, да, допустимый рост в верхней и нижней границе, да, как бы в нижнюю, соответственно, это если там где ребенок стоит на цыпочках, ну, верхнюю, это пока у него не упираются колени в руль. Вот в этих вот рамках можно использовать данные мотоциклы мини-кросс. Соответственно, 120 сантиметров это 50-кубовая бензиновая версия, 126 сантиметров это мини-кросс 1300 ватт и 1,40 м, 140 сантиметров рост ребенка, это для техники мини-кросс 1500 ватт. Спасибо за внимание. Йоу-йоу-йоу, Motox!